17 мая, РИА Новости. Подача электроэнергии на большей части территории пакистанских областей Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, где накануне произошел блэкаут из-за сбоя на гидроэлектростанции Тарбела, восстановлена, заявил министр энергетики Пакистана Вайс Легарин. Система энергопередачи вернулась к нормальному функционированию в 17.13 среды, 15.13 МСК, сказал Легари телеканалу ГИО-ТВ. Глава ведомства сообщил, что в большинстве районов двух пострадавших от блэкаута северных провинций электроснабжение уже восстановлено, однако возобновление подачи электроэнергии по всей стране займет еще пару часов. Одна из крупнейших по мощности электростанций в Пакистане, дамба Тарбела, в среду утром приостановила свою работу из-за технического сбоя. Вследствие этого большинство населенных пунктов северной провинции Пенджаб оказались обесточены. Среди них Лахор, Мултан, Бахавалпур, а также другие. Кроме того, сбой затронул ряд городов в соседней провинции Хайбер-Пахтунхва, включая Пешавар, Сват и Лаки-Марва. Как отмечают местные СМИ, в общей сложности для устранения неполадки и возобновления подачи электроэнергии на севере страны специалистам потребовалось порядка 8.